Многие думают, что христианская музыка – это вот это. Но на самом деле это совершенно не так. Есть очень много христианских исполнителей совершенно разных жанров. Есть рок-исполнители. Есть рэп-исполнители. Есть поп-исполнители. Ой-ой-ой, ну, в смысле поп-исполнители. И так далее. Бог, он многогранный, не нужно его ограничивать лишь каким-то одним стилем или жанром. Он действует по-разному и через разных людей. Обращайся, если хочешь поближе познакомиться с современной христианской музыкой.